Так, ну сейчас надо записывать, мы сначала общие разговоры, потом перейдем. Так, наверное, первый вопрос у нас. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете современное состояние российско-молдавских отношений? Недавнее прошлое, настоящее, какие есть прогнозы на будущее? Очень отрицательно, потому что то, что сегодня происходит, результаты молдавско-российских отношений, причем результаты не за последние 5 лет, а за последние, я бы сказал, 12 лет, это стопроцентная вина лидеров молдавского политбюро, как я их называю, потому что есть масса историй, которые я помню, еще находясь в Молдове в 2003 году, это у нас была первая история, это когда Воронин у нас в последний момент после консультации с послом США отказался от меморандума Козака, потом коммунисты... Ну, это еще там Приднестровье, да, что ли? Да, совершенно верно. Значит, потом у нас в 2007-2008 году, когда отношения более-менее были выровнены, Владимир Николаевич Воронин вместе с коммунистической партией заявил, что евроинтеграция – это правильный курс для Молдовы, то есть Воронин у нас уже стал проевропейским. Потом у нас Воронин стал опять за таможенный союз, а сегодня что он делает, непонятно. Также все лидеры сегодняшнего альянса за евроинтеграцию – это экс-премьер, уволенный по подозрению в коррупции Филат, это лидер демократической партии, экс-спикер парламента Мариан Лупу. Эти люди использовали взаимоотношения с российскими лидерами только для своей предвыборной кампании. Вся Молдавия видела, как, например, 4 года назад на выборах Лупу там подписывал, председатель демократической партии, подписывал договор о дружбе и сотрудничестве с Единой Россией. Значит, они это использовали очень серьезно в течение 3 месяцев предвыборную кампанию, показывая, что это партия левого фланга, что она выступает скорее за таможенный союз. И у нас эта партия стала в результате одной из тех, которая стала основой разрушения молдавско-российских отношений. То есть там было сплошное вранье. Все молдавские политики летали и летают сегодня в Москву с массой обещаний. И они все являются пророссийскими только в период предвыборной кампании. Потом то, что они пророссийские, они уже в течение 4 лет, пока они у власти, они забывают. Также Владимир Филат, председатель либерал-демократической партии, который занимал должность премьера в течение 4 лет, я четко знаю, как он летал на последнюю встречу и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. На следующий день он оказался в Сочи на приеме у Путина, где он обещал, что российские компании будут участвовать в молдавской приватизации. Он обещал Путину, что Молдова откажется от третьего энергопакета. Только, скажем так, это закончилось опять очередной фотосессией этой двухсторонней встречи, потому что после этого Филат летит в Брюссель и говорит о том, что вы мне советовали не ругаться с, ни в коем случае с Российской Федерацией, поэтому давайте сделаем отсрочку по третьему энергопакету до 2018 года, ну как бы будет и не вам, и не русским. Ну и вот это, скажем так, танцы между Западом и Востоком привели сегодня к тому, что не работает сегодня ни один договор, заключенный между молдавскими политиками и руководством Российской Федерации. Сегодня из-за этого, к сожалению, страдают молдавские фермеры, страдают гастарбайтеры, потому что сегодня, пусть официальные цифры несколько ниже, но я как человек, который прожил 8 лет в Москве, я четко знаю, что сегодня эта цифра под 1 миллион граждан Молдовы, то есть при населении 3,5 миллиона человек, 1 миллион из них находится в Российской Федерации. То есть работает. Да, они работают. Это сегодня трудоспособное население. Да, совершенно верно. Плюс, чтобы вы понимали, последние 2 года усиленно сегодня идет миграция граждан Молдовы и стран Евросоюза в Российскую Федерацию, потому что сегодня Италия на коленях, Греция, я бы сказал, на животе, в Португалии, Испании проблема, последствия глобального экономического кризиса. И сегодня процентов 20-30 гастарбайтеров из стран Евросоюза перебрались в Российскую Федерацию, так как условия труда и заработной платы в Российской Федерации намного выше, чем в Европе.
Я разговариваю с этими людьми, я их вижу очень часто, и они говорят, то есть люди, чтобы вы знали, даже те, которые сегодня остались в Европе, то есть ну, простыми рабочими, все они работают там нелегально, подписанный и ратифицированный договор с ЕС не дает им права там работать. И сегодня многие из них выступают либо за нейтралитет, либо за таможенный союз. И только меньшая часть из них выступает за евроинтеграцию. Особенно, что несмотря на то, что договор был ратифицирован там месяц назад, сегодня уже очень много случаев, когда людей просто выдворяют из страны, депортируют. Не имеете в виду страны Евросоюза? Да, из стран Евросоюза. Им говорят, ребят, как бы вы получили безвизовый режим для поездок на экскурсию. Но вы не получили безвизовый режим для того, чтобы жить в Европе или тем более работать. Он говорит, у нас там своих рабочих хватает, которые сегодня. То есть безработица в странах ЕС только растет. И сегодня я уверен в одном, что для того, чтобы выстроить правильные отношения с Российской Федерацией, это одна из моих ключевых позиций, это русским просто нужно перестать врать, потому что им 12 лет врали, и, соответственно, их просто раздразнили настолько своими сказками и обещаниями, что вот мы то сделаем, мы это сделаем, мы сохраним молдавский язык государственным в Конституции, мы не допустим НАТО, мы не будем подписывать договор с ЕС, это говорил сам Филат, лидер одной из проевропейских партий, который говорил, что ни о какой евроинтеграции речи быть не может, говорит, это все так, просто для, как пиар-компания, предвыборную кампанию. Ну, то есть, сегодня страна страдает из-за вот этих бездарных политиков, которые в любых отношениях с третьими странами искали только свою личную выгоду. Большая проблема, именно вы подняли очень важный вопрос, если взять недавнюю историю российско-молдавских отношений, ну, видимо, за последние 24 года, да, вот эти все вопросы, в принципе, ни один молдавский кабинет, ни одно правительство не было, ну, не то чтобы назвать это пророссийским, но нет, в полной были... степени дружественным. Нет, почему? Почему? Помните историю, нет, например, там, правительство Лучинского, нет, да, в 2001, правительство в... Воронина и так далее. В 2001 году Воронин сразу прибежал в Москву, тем самым сказать, что только Российская Федерация, наш стратегический партнер. Но реально потом отношения со всеми были... Самая главная проблема всех молдавских... Или не согласны? Самая большая проблема всех лидеров молдавского политбюро, бывших и нынешних, это одно, что все их сбережения, это между деньги украдены в этой стране, находятся там же, где находились деньги Виктора Федоровича Януковича. То есть это европейские банки, компании США и офшоры. И поэтому как только встает вопрос какой-то даже неудобный или вопрос, против которого основная часть населения Молдовы, например, как закон о недискриминации, да, принят проевропейской коалиции год назад, они за него все голосовали, чтобы вы понимали, основная часть депутатов, я уже не говорю про граждан страны, не хотели голосовать за этот закон, просто их приглашает европейский посол, посол США, и просто он, а их не спрашивает, он говорит, ребят, вы должны проголосовать вот так, так и так. Иначе на ваших счетах завтра будет 0-0-0-0-0. Поэтому... Но механизм. Но тем не менее, возможно, что приходит к власти в Молдове новое правительство, да, и оно действительно будет реально дружественно по отношению к России, или продолжится вот эта вот та история, которую вы сейчас... Я сегодня вам могу сказать одно, что исходя из того, что более 50% населения страны, процентов 60, вот у меня есть результаты последнего соцопроса, где четко евроинтеграцию поддерживают 38% населения страны. Часть из них за таможенный союз, и часть из них есть, которые считают, что Молдова должна быть нейтральным государством и правильной экономической площадкой между Западом и Востоком. Фактически, чтобы Молдова являлась калиткой Запада на Восток. То есть от этого может выиграть само государство. Я уверен, что нейтралитет поддержит Российская Федерация, потому что в некоторых своих заявлениях президент Российской Федерации Путин, он говорил про Молдову, про Приднестровье, он говорит, послушайте, говорит, ни в коем случае не подумайте, что мы пытаемся создать второй Советский Союз, воссоздать его. И сегодня нас вполне устраивает, что такие государства, как Молдова, являлись нейтральными.
То есть новое правительство, да, в Молдове может новое... быть вполне конструктивно, да, по отношению, да, к России. Да, да, ну, дружественно не имеет вкладывать какие-то эмоциональные смыслы. Новое правительство и задача нашей партии сегодня — это прийти к власти, иметь большинство в парламенте, в коалиции с какой-нибудь партией, которая сразу же проголосует за отмену договора, подписанного между Молдовой и ЕС, и ратифицирован. И наша позиция, что граждане страны сами должны выбирать, куда должна идти Молдова. Ведь сегодня, когда был подписан и ратифицирован этот договор с ЕС, власти обязаны были провести консультативный референдум. Вот единственный, кто это сделал сегодня в Молдове, это Гагаузия, где за таможенный союз было впервые в истории, это была очень большая явка на выборы, там, космическая там. 90%. И за таможенный союз проголосовали 98%. То есть, и сегодня надо быть идиотами, то есть, которыми являются нынешние руководители. То есть, несмотря на то, что основная часть населения страны смотрит на восток, они их тащат на запад только из-за того, что у них там размещены деньги, украденные в этой же стране. То есть, это... Да, есть такая проблема. Скажите, Игнат, вот очень тоже важный вопрос для многих россиян, да, и для, будем говорить, обычных граждан, которые интересуются политикой, и для действительно российских политиков. Есть ли у России и Молдовы действительно общий интерес? Безусловно, есть общая история, общие традиции, но есть ли общие интересы? И если есть, то какие? Можно вот услышать из ваших уст. Вы знаете, общий интерес... Это интерес, потому что люди моего поколения, даже некоторые, которые помладше меня, я там, наверное, являюсь там, самым молодым политиком в Молдове, сегодня мы были выращены на одних и тех же традициях. Мы выросли все на, начиная мультфильмами, ну погоди, мультфильмы про Чебурашку, заканчивая на фильмах с Высоцким, мы выросли на таких писателя, как Толстой, поэта, как Пушкин. И сегодня связь корневая, она настолько мощная, что я считаю, что эту связь не смогут разрушить как минимум в ближайшие 200 лет, даже объединять все свои усилия европейцы вместе с американцами. Это мы говорим про культурную связь, которую я считаю, что разрушить просто невозможно. Сегодня на русском языке, как бы сегодня не запрещались, как бы он сегодня не запрещался в Молдове, какая бы ни велась бы жесткая политика в адрес русских школ, которые сегодня просто закрываются. То есть вот дети из русских семей идут в молдавскую школу только из-за того, что русская школа находится в 10 километрах от дома, потому что та, которая была рядом с домом, ее просто закрыли. Значит, поэтому сегодня для того, чтобы определенные вещи возродить, и вернуться к прошлому, потому что часть прошлого у нас была не такое плохое, как многие называют годами советской оккупации сегодня. То есть это единственный период в истории Молдовы, когда Молдова экспортировала свою продукцию просто в огромных объемах, я не помню цифры, но они какие-то очень большие. И сегодня Молдова, например, ну да, нет у нас выхода к Черному морю, нет у нас... природных там ископаемых, полезных. Но Молдова всегда славилась там своими там персиками, помидорами, своей продукцией, которая может идти на восток, в Российскую Федерацию. А в Российской Федерации есть очень многие вещи, связанные там металлургия, машиностроение и так далее. И поверьте, что сегодня, если возродить правильный товарооборот, что, например, молдаване поставляют в Россию все, что они могут, это у нас молдавский алкоголь и сельхозпродукция. Из России Молдавия могла бы получать газ на нормальных условиях, могли бы получать за расчет трубы, которые вот в России у нас что-что, у нас металлургия, у нас все в порядке. Молдова могла бы начать получать пассажирские вагоны, которые у нас производятся только в Российской Федерации, и вся материальная техническая база молдавской железной дороги, она советская. И как бы румыны не хотели прихватить молдавскую железную дорогу, это сегодня технически невозможно, потому что у нас другая колея, другие станки и так далее, и так далее. Моя платформа, я патриот этой страны, и могу вам сказать, что наша партия — это первая партия в истории страны, которая объединила граждан. У нас же многонациональная страна, поверьте, у нас
члены партии, румыны, украинцы, русские, гагаузы. То есть я сегодня не говорю там, про электорат слева. Да, сегодня я как молдаванин коренной, который учился в русской школе, и сегодня я прихожу в русскую школу, окей, за своей русской школой в деревне, где я родился, я как-то слежу там стеклопакеты, у нас там нормальные более-менее условия. Родители мои всю жизнь проработали там учителями, я как-то помогаю. Но все школы умирают. И сегодня эти негодяи, которые руководят страной, которые создают вот эти межнациональные конфликты, например, давайте уберем памятник освободителям Кишинева и заменим его на памятник румынскому языку. Я говорю, идиоты, вы что делаете? Вот я не против памятника румынскому языку, потому что сегодня есть количество граждан Молдовы, их немного, их процентов 6-7, которые считают себя румынами. Вот давайте сделаем памятник румынскому языку, но в 100 метрах от памятника освободителям Кишинева. Давайте на севере Молдавии сделаем памятник украинскому языку. Там лепканы, причаны, все говорят на украинском. В Гагаузии сделаем памятник гагаузскому языку. Да, вообще нет проблем. Но, скажем так, демонтировать одни памятники, замечая другими, это они делают все для того, чтобы отвлечь граждан страны от реальных проблем в социальной сфере, в экономике. То есть этот беспредел надо прекращать. Вот на севере Молдавии, если нужно дополнительных 6 русских школ, надо открыть. Если понадобится в центральной части Молдавии дополнительные 2 румынских лицея, мы сделаем эти 2 румынских лицея. Но закрывать одни, заставляя детей идти в другие, это неправильно. То есть с этим бардаком нужно прекращать. Спасибо.